Все больше покачевских школьников вступают в ряды патриотических общественных организаций. С начала года во всех общеобразовательных учреждениях города открылись ячейки движения первых. Во второй школе в Орлята приняли первоклассников. Клятву верности произнесли более 70 ребят. Пообещали быть активными, сильными, инициативными. У движения «Орлят» 7 направлений, в том числе спорт, экология, история. Главные наставники – учителя. По программе внеурочной деятельности для детей запланированы экскурсии, конкурсы, игры. Вскоре ряды «Орлят России» пополнят первоклассники других покачевских школ. Всего в общероссийском движении состоят более 2,5 миллиона детей по всей стране. Думаю, что это значимо. Помните, как в наше время мы в октябре-то принимали нас, пионеры? Ну, вот это тоже такой вот шаг к будущему. И большая семья, «Орлят России» вообще большая семья, это всероссийская семья. И поэтому, ну, наверное, это значимо, когда ребенок принадлежит теперь к семье России. В Нягане открыли виртуальный концертный зал. Это второй такой в Югре. Первый появился в Югорске. На онлайн-трансляциях можно смотреть и слушать выступления именитых артистов и коллективов в режиме реального времени. Виртуальный зал разместился в Няганской детской школе искусств. По федеральным проектам «Культурная среда» и «Цифровая культура» в учреждении появилось новое оборудование. Современный светодиодный экран, сервер, видеопроцессор и комплект коммутации. Кроме того, для творческих отделений школы искусств приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование. Всего же на закупки было направлено 108 миллионов рублей. Мне очень приятно сегодня видеть и отметить заинтересованность педагогического коллектива, администрации детской школы искусств, несомненно, поддержку администрации города отмечаю. Это очень важно, когда руководители городского уровня слышат, чувствуют чаяние творческих коллективов. Всегда отмечаю, что Нягань – это город молодой, энергичный, стремительный. Он все время развивается. Развивается не только инфраструктура города, но и культурная среда. И это очень отрадно. Рекордно теплая осень продолжается. К примеру, в Ханты-Мансийске столбик термометра еще какое-то время продержится в диапазоне с плюс 6 до плюс 15 градусов. Затянувшимся бабьим летом наслаждаются не только ханты-мансийцы, но и обитатели лесной фауны. Утки-кряквы облюбовали городской парк и даже стали местной достопримечательностью. Теплая погода и доброта людей позволяют им погостить в северной столице подольше. Очевидно, что осень рано или поздно вступит в свои права и принесет дожди и заморозки. Улетят ли утки, покажет время. Хотелось, конечно, сказать, что вот люди кормят хлебом уток. Ну, наверное, это не совсем правильно. Если в зимнее время как бы еще кормление хлебом допускается, да, то вот летом, да, ну и сейчас осенью им корма еще вполне хватает естественного. Поэтому, наверное, нет необходимости их подкармливать, потому что тем самым человек просто ставит их в зависимость от себя, и они отучаются искать корм самостоятельно. Опасность, конечно, существует, потому что они уже не боятся человека. Более того, они считают, что люди им помогают, будут их кормить. И, к сожалению, при встрече с людьми, да, с охотниками во время перелета, они могут пострадать. То есть они не будут бояться человека с ружьем и могут за это поплатиться жизнью.